остановки, сколько там? 500 метров. Чем опасно, из них бетон выплескивается на дорогу. Хорошо, если за ним никто не идет. А так гравий, цемент летит в лобовое стекло. Обогнал, чтобы панорама была, съемки более-менее приятные.
названия. Много, очень много черных названий. Когда едешь по дороге и видишь, наиболее часто, на мой взгляд, это черная река, там, черная, все что угодно. По-моему, в каждой, может быть, через одну областей это встречается. Так, вот здесь, наверное, я и остановлюсь. Впереди камера на 60. стороны все. Так, отключаюсь, включу. Поменяю радиостанцию. Может быть, лучше будет.
Так, пусть, наверное, радиостанция немного шипит, шумит, отвлекает, развлекает, веселит. Снизился до 5,5, до 5,5, пройдено 300, средняя скорость 56. Вторая радиостанция тоже резервная, на всякий случай. Называется «Вектор». Антенна наружная. Повернул сейчас налево, крышка бензобака, люк бензобака открыт. Через пару часов надо поменять карту памяти. Да, много вещей беру с собой резервных. Показывает уверенность приема 50%, 3G, 3.2 нет нифига. Поваленные деревья, уже погибшие, наверное. Некоторые из них причудливой формы, изогнувшись в дугу. Ветер сильный, повалил, поломал деревья с левой стороны, с
корни даже вывернутые. Корневая система слабенькая, грунт песчаный. Более-менее дерзкий ветер и дерево на боку. Вчера весь день снимал на Адатакам от Мурманска до Медвежьегорска. Это резервный тоже видеорегистратор Адатакам. Произвольно выпадают окна, настроить, включить, отключить там какие-то функции дополнительные. Произвольно включается режим парковки. Запас. Да, еще и спутники очень плохо. Очень плохо ловит. Немного загрубил настройку, чтобы не шипело.
шипения не было. Уверенный сигнал будет слышен. Температура на улице 15,5. Вон деревья как загнулись, березы даже сломались некоторые. Рискованно обгоняет, из-за бугра может в любой момент вылететь. Стороны тоже с корнем ваших вывернуло. Ну, видно, слишком неустойчивая корневая система, справа вообще подряд. Слишком тонкий слой, и корни в ширину развиваются, они в глубину. Макарьев – хорошее место для отдыха. Много раз там останавливался.
дальше двигаетесь на восток, и время уже начинает смеркаться, лучше всего дальше Макарьева не ехать. Потому что на большом протяжении не было ни заправок, ни стоянок. Только что проехали стоянку, я здесь часто останавливался, я даже не узнал это место, асфальт положили и справа, и слева от дороги. Скачу, еще одно место покажу, там кафе неплохое. Не в плане еды, я там что-то покупал, не помню, а в том плане, что интерьер очень интересно отделан стариной. Граммофоны там, разные прялки и так далее на стенах. То есть хозяин любитель старины. Обратите внимание, если в Карелии уже чувствовалось дыхание осени на деревьях, на некоторых были желтые листья, то здесь я пока еще ни разу не увидел. Дорогу сделали очень даже неплохо. Потому что раньше дорога была, но щербатая. Начинала разрушаться. Тяжело было ехать. Ямки были такие, что можно было колесо потерять. И вообще была дорога. Вот сейчас дорогу сделали. И плотность, кстати, была гораздо меньше. Вот сейчас и плотность более-менее высокая. РПС, ограничение 30. И полотно дороги хорошее. Нет ни колейности. Качественно сделали, молодцы. С тремя
минусами. Здесь бы больше заправочных станций. Ну и, естественно, мест для отдыха. До поворота налево он будет через 85 километров. По-моему, до самого Кирова не было мест для... Ну, если было там несколько штук, может, могу ошибаться. Сейчас сравниваю с тем, что было 3-4-5 лет назад. Вот из движения резко выросло. Кстати, вот место, где я говорил, что не узнал, многократно там останавливался на ночевку, было бесплатно, сейчас не знаю. С катушкой кабеля. Рекорд по расходу бензина на 100 километров был вчера. 5,4 литра. Скорость, по-моему, была средняя 65. Вообще до неприличия сбросил скорость. Что это означает? Стопы. Пощупал сейчас колеса, правая сторона солнечная, тепленькие, левая сторона теневая, прохладная.
правой стороны что-то. У этого не было газа. Потому что был, если я не обращал внимания. Подрезает эту катушку. Дорога, ну, наверное, раньше она была разбита в хлам. Не то чтобы в хлам, но трясучка была сильная во время движения. Но регулярно одна за одной шли машины с лесом. Одна за одной. Впереди камера на 60. Должно быть с левой стороны тут где-то кафе. Дальше, наверное. Прямо дороги с левой стороны.
выезжаем с левой стороны на ТНК. ТНК тоже не было. Сейчас заправка здесь. И вот это кафе. Снаружи оно украшено этими деревянными изображениями. Как это называют еще, истуканы из дерева. Интерьер очень уютный. Если не будете спешить, будет время, заезжайте. Отличная дорога, просто замечательная. Дорогу сделали очень хорошо, теперь поток автомобилей с М7, с М5 будут разгружены, они тоже на восток идут, это R2, 4, 3.